Может быть, вам чуть-чуть слово, как вообще, вот, что вы... Жизнь. Ну, хочу сказать сначала, да, всем привет. Вот, очень приятно, что просто находятся люди, которые готовы творить добро, как говорится, и организовывать такие мероприятия, потому что в наше время, ну, мне кажется, нужно побольше таких мероприятий. И в свою очередь, как музыкант, как поп-рок-певец, исполнитель, композитор, с удовольствием участвую в таких мероприятиях, не отказываюсь, так сказать, ну, если на гастроли, как говорится, да, есть какие-то моменты в жизни, но стараюсь поддерживать, вот, и знаю многих людей, многих музыкантов, которые, я думаю, что согласятся, может быть, к ним еще не обращались, но просто можно поговорить, то есть с людьми, которые должны тоже оказать какую-то поддержку, я не говорю там о материальной помощи, да, но о каких-то вещах, то есть концерты, музыка, все остальное, то есть дети, детдома и какие-то учреждения, которые нуждаются в нашей помощи, так скажем, в помощи не только материальной, но просто поддержки, что можно, я не знаю, вот сегодня у нас, да, вот Женя, вот приятно познакомиться, Женя, вот, просто получилось так, что Алексей предложил написать песню, мы написали песню, называется она «Душа», завтра мы ее исполним вместе. Да? Так? Я просто не знаю тонкости. Кто-то нам должен был еще, по-моему, но так получилось, что мы ее исполним завтра. Вот я послушаю Женю, как он читает рэп. Ты сам пишешь? То есть читаешь вот это слово, то есть льется из тебя, да? Это круто. Вот, и поэтому, ну, это благое дело. Давайте поддерживать всячески. Вот. И мне кажется, можно побольше привлекать людей, которые как бы способны, да, ну, как-то, да, кто чем может, как говорится, и творческих, и там, я не знаю, банки и все остальное, крупные организации, имеющие большие возможности, так скажем. Вот. Ну и также как бы будем просто стремиться помогать, и чем можем, тем поможем, как говорится.